Добрый день! Я приветствую всех, кто смотрит это видео на моем канале. И благодарна очень, что вы заглядываете на мой канал, смотрите видики. Если вам нравится или не нравится, пишите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А я сегодня хочу вам показать, как я делаю быстрое мороженое. Так как у нас уже началось лето, и уже тянет к мороженому всех, мы часто покупаем мороженое, у нас всегда целое лето оно находится в морозилочке, поэтому я делаю его сама. Вот хочу поделиться своим рецептом. Я не знаю, может, кто-то знает, может, кто-то уже делал так. Если кто-то делает по-другому, тоже можете написать мне. Я вот покупаю вот такой крем, как бы сметана, вот, уже ваниль, готовый. Это я покупала вчера в Лидле. Мне нравится. Это уже с ванилью, немножко так, сахар немножко там есть. И вот такое сгущенное молоко. Ну, сейчас я взяла вот без лактозы, нежирное. Можно другое. Есть с шоколадом, есть с другими. Кстати, вот эта сметанка ванильная в Лидле продается и с клубникой. Есть такая же, все добавлено, и клубничка. Очень вкусная, кстати. Ну вот я делаю больше с ванилью. Она как бы мне больше нравится. Можно добавить ягоды, если вы какие-то хотите. Я иногда добавляю малинку. Иногда просто. Ну, сегодня и сделаем без ничего. Чисто ванильное мороженое. Притом делается оно недолго, быстро, без никаких личных затрат таких. Вот. Кто-то можно делать с самой сметаны. Но я делаю вот так и хочу поделиться вам с вами этим рецептом. Все это смешиваем. Вот здесь у нас, сейчас я гляну, сколько здесь, 1 килограмм вот этой сметаны и 450 грамм сгущенного молока. Вот я уже, это я, мы сейчас отставим, вот я уже здесь, собственно, чтобы не занимать ваше время, в сухую баночку все складываем. Можно добавить сахар, если кому-то более сладкое. Я не люблю очень сладкое, поэтому я сахара вот не добавляю. Вот в натуральном виде, как оно есть. И потом все взбиваем. Взбиваем 5-7 минут. Это в зависимости, какая сметана, как она взобьется. Ну, где-то 5-7 минут рассчитывайте, что ее надо взбить. Вот у меня, я сейчас буду взбивать. Вот такой у меня есть браун. Я им взбиваю, чтобы быстрее, потому что большой у меня тоже есть, но его надо мыть дольше. А сейчас я постараюсь взбить вот этим. Я уже делала, все получается. Сейчас будем взбивать. Вот процесс взбивания. Вот так мы взбиваем 5-7 минут. Ну, хорошо должно быть взбито. Можно добавить сахара, если хотите. Но рассчитывайте на хорошие... Вот мы взбиваем. Я взбивала 7 минут. Можно чуточек больше. Но учитывая, что это все-таки не сметана, а это как йогурт идет ванильный. Он жидковатый, поэтому она не будет сильно такая густая. И я взяла сгущенное молоко тоже жирности маленькой, чтобы не очень жирное. Если вы хотите жирное, то возьмите получше сметану с большей жирностью и больше жирности в молоке в сгущенном. Тогда будет очень жирное. Все, мы приготовили посудину, нашу посуду, и берем, пересыпаем это все. Пересыпаем сюда и сюда. Получается у меня два вот таких судочка. Вот два таких судочка. Вот немножко, видите, вот оно как бы пенится. Вот если оно взбивали, и оно пенится, это уже все готовое, взбитое.
Значит, накрываем и ставим в морозилку. В принципе, на час достаточно. Оно сватывается за час уже. Но если постоит больше, то тоже хорошо. Это раз. Второе. Если вы хотите чем-то украсить, можно сверху украсить. Но так как здесь ванилька, вот видите, даже на картинке там такие палочки ванильные, натуральные. И на этом видно немножко такие черные как бы точечки. Это ванилька. Натуральная ванилька. Это очень, очень хорошо, что натуральная. Значит, теперь мы поставим в холодильник, в морозилку. Потом я вам покажу уже, когда застынет все, я вам покажу, что получилось у нас. Добрый день. Вот мы приготовили мороженое. Прошли сутки. Собственно, я оставила в морозилке на ночь. И вот на второй день я достаю с морозилочки. Вот открываю. И смотрите, какое мороженое. Оно достаточно плотное. Смотрите. И очень, кстати, хороший. Его можно порезать кусочками. Можно так ложечкой кушать. Можно посыпать любым, или вареничком хотите, или же шоколадом. Я вот шоколад всегда люблю сверху посыпаю, или орешками. Можно его разлить, когда вот приготавливаете, можно его разлить в стаканчики. Вставить туда зубочисточку. Или вот специальные есть такие шпажки. Тоже можно как вот на палочке. Собственно, очень вкусное мороженое. Если вы хотите более жирное, потому что у меня не жирное оно. Если хотите жирное, добавьте вот в смесь, которую приготавливали, добавьте 100 грамм сливочного масла. Растопить его в микроволновке можно или же так на водяной бане. И добавить, тогда будет мороженое более жирное. Но вот это я делала с йогурта. Я уже попробовала с другой коробочки. Очень, кстати, вкусное. Очень. Немножко так с кислиночкой вроде бы идет. Но легкое, приятное. Можно мяты еще добавить, листочек туда. В общем, очень, очень хорошее. Я рекомендую. Я делаю летом его. Здесь никаких примесей нету. Ни пальмового масла, ничего. Йогурт, сгущенное молоко. Любое можете брать. Если жирное, тогда не надо добавлять сливочное масло. На усмотрение. Но у меня нежирный был йогурт и нежирное сгущенное молоко. Поэтому рекомендую. Кому понравится, пишите отзывы, если кто-то будет готовить. Лето как раз. И, по-моему, в этом есть спрос. Поэтому всем всего хорошего. Готовьте. Пишите отзывы, подписывайтесь, ставьте лайки, кому нравится, кому не нравится. Мне будет интересно. Хорошего дня вам, всего доброго, до свидания.